Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Лугмар Буларов с рабочим визитом посетил Карагандинскую область. На встрече с сотрудниками бюджетных сфер и руководителями учреждений обсудили новый проект, который направлен на продвижение культуры взаимного доверия государства и общества, общенациональных ценностей. Цель визита в Карагандинский регион стала реализация проекта Ассамблеи народа Казахстана «Біртутас қоғам» – «Келесім және сенім». Во время встречи обсудили основные вопросы деятельности АНК, реализации проекта и дальнейшие меры по сохранению общенациональных ценностей, укрепления доверия гражданского общества государственным органам. Проект реализуется в регионе в пилотном режиме в рамках поручения президента. Он нацелен на развитие культуры доверия, укрепление единства и согласия в обществе, улучшение взаимодействия структур АНК с государственными органами. Заместитель председателя АНК рассказал о цели проекта, важности продвижения культуры взаимного доверия государства и общества, общенациональных ценностей, государственной политики в сфере межэтнических отношений, укрепления единства и согласия в обществе. Сегодня мы находимся в Карагандинской области, проводим семинар-тренинги. Основная задача – это соблюдение кодекса чести государственных служащих. Вот. Также встречаемся с руководителями этноцентров, для того, чтобы они тоже проводили работу у себя в этносах по соблюдению закона и порядка, культуру, воспитанность свою. По итогам встречи сформированы предложения, которые будут рассмотрены и учтены в дальнейшей работе. Стоит также отметить, что пилотный проект «Біртутас қоғам» «Келесім және сенім», который стартовал в нашей области, планируют запустить и в других регионах страны. Динара Сартаева, Жайнар Жексыбаев, Роман Копылов, телеканал «Сарыарка».